И это не говорит о том, что надо пойти, у тебя низкое давление, и надо кофейку, короче, бахнуть. Тебе нужно отдохнуть. А у нас как, типа, сон на последнее место? То есть у меня норма 150 там на стол. Это нифига не норма. И что же нужно делать, чтобы давление не было низким или высоким? За давление как раз-таки верхнее и нижнее идеальное давление 120 на 80. Вот к этому нужно стремиться. И оно должно быть все время таким постоянно, ну, то есть стабильно постоянно. Ну, есть, понятное дело, отклонение там плюс-минус 10. Это нормально. Но когда там у человека там 180 начинает шибать или еще что-то, значит, есть какие-то факторы, которые приводят к такому изменению. Какие факторы? Попадание токсических компонентов. Рассинхрон в работе почек и надпочечников. Потому что как раз-таки почки и надпочечники отвечают за давление верхнее и нижнее. Если у нас есть такая сильная разница, или давление низкое, или давление высокое, это говорит о том, что вот с этими органами нужно работать и нужно их восстанавливать. И это не говорит о том, что надо пойти, у тебя низкое давление, и надо кофейку, короче, бахнуть и сказать, ой, ну я вот не только кофе могу давление поднять, но это ты следствие лечишь, это как ты таблетку съедаешь обезболивающего, ты причину-то не убираешь низкого давления. Или наоборот, у человека высокое давление, надо таблетку съесть, типа понизить. Причину не убрал. Человек курит, а у него высокое давление, он просто он курит, за счет этого давление повышается, и он заедает это таблеткой, чтобы понизить давление. Ну, так нельзя относиться к своему телу. Обязательно найдутся люди, кто скажет, ну как же 120 на 80, у меня норма 150 там на 100. Это для меня норма. Да-да-да, каждый там для себя вот придумал, да. Где-то прочитал, что есть какая-то норма для каждого человека, это просто у вас отклонение, и когда оно идет годами по 20 лет, да, возможно, для вас это становится норма, но с точки зрения работы организма, это нифига не норма. То есть вы работаете с каким-то более интенсивным износом органов и систем. То есть это просто говорит, что вы какие-то органы, у вас, это знаете, вот, ну, машина работает, она не на четырех колесах едет, а на трех колесах едет. Она вроде привыкла ездить на трех колесах, но у нее три колеса быстрее изнашиваются, чем если бы она ехала нормально на четырех. Износ другой происходит внутренний. Конечно, это на дистанции это будет сказываться, если даже несмотря на то, что вы привыкли. Неравномерное распределение нагрузки. Да, конечно. Что-то на себя больше берет. Ну и вопрос здесь был, что делать, правильно ли я услышал, что в первую очередь нужно отвалить от себя со всякими стимуляторами. Да, это в первую очередь. Энергии. Да. Ну, кажется, что я не высыпаюсь, у меня там усталость, мне нужно какой-нибудь себе буст сделать, там, выпить кофейку или что-то там, какой-нибудь Red Bull и другие какие-то стимуляторы, чтобы в моменте сейчас, потому что вот это вот, то, что ты говоришь, высыпаться, заниматься спортом. Да-да-да, банальные типа вещи. Через две недели, возможно, мне там поможет. Мне нужно сегодня сдавать работу и сегодня работать, мне нужно сегодня быть эффективным. Угу. Вот, может быть, можно что-то сделать, чтобы я сегодня уже... Можно себя поставить на первое место. Понять, что ты биологический организм. От твоей продуктивности работы зависит то, как ты делаешь те или иные дела. У тебя есть какой-то проект, работа. Если ты неэффективен, ты не можешь выполнить эффективно свою работу. У тебя мозг работает неэффективно. Поэтому если ты не поставишь себя на первое место, не отмотаешь, и не поймешь, что вот сначала сон, сначала я там 7 часов 8 сплю железно, и потом все остальное под это подстраиваю. А у нас как, типа, сон на последнее место? Нет, сначала сон, за этим тянется все остальное. То есть я сплю, там, питаюсь, вовремя там какой-то выстраиваю ритм питания. И дальше уже в это встраиваю свою работу для того, чтобы я был эффективен. А не так, что я там веду какой-то образ жизни, сон на последнее место. И как раз-таки вот это вот когда появляется мысль, что мне надо выпить Red Bull или кофе, или другой любой какой-то стимулятор, там чай, типа надо взбодриться, вообще мысль появляется, это первый сигнал, что тебе надо не взбодриться, а тебе нужно отдохнуть. Это первый сигнал, что тебе нужно пойти лечь спать в идеале. Реально, принять ванну, отправить свою нервную систему на восстановление. А у нас как? Типа, я там устал, надо стимулятора бахнуть. И подстегиваем еще сильнее. Организм и так устал, он тебе свидетельствует о том, что, ребят, я устал, мне нужно восстановиться. А мы идем и его стимулируем. Гуляю тут по лесу. Друзья, решил вам напомнить о своем телеграм-канале. Если вы еще не знаете, есть у меня телеграм-канал, в котором я делюсь очень крутыми инструментами о том, как всегда быть в ресурсном состоянии, как иметь много энергии, как улучшать свое здоровье. Поэтому обязательно подписывайтесь на него. Ссылку найдете в описании к данному видео. Также я показываю, как мы там выращиваем продукты, что я делаю каждый день. В общем, много для себя возьмете интересного. Переходите, всех жду.